Всем привет и доброго утра на StopGame.ru. Про новую часть серии BioShock известно аж три вещи. Она находится в производстве, занимается ею студия Cloud Chamber, движком выбран Unreal Engine 4. Какие-то подробности приходится выуживать поистине пинкертоновскими методами, анализируя твиты, переписки или, как сегодня, описание вакансий компании. Из перечня запрашиваемых навыков можно сделать вывод, что от сильных сторон Infinite отказываться не собираются. Сценаристу необходимо уметь писать впечатляющие истории с акцентом на персонажах. Но в некоторых моментах авторы планируют пойти дальше, чем рискнул в свое время Кен Левин. Мир игры, вероятно, будет открытым, с набором побочных заданий. Не то чтобы удивительно, учитывая нелинейные этапы предыдущих игр, но не совсем понятно, насколько BioShock собирается приближаться к модели, ну скажем, Assassin's Creed с ее вышками. А то вдруг кому-то станет обидно, что маяки такие хорошие без дела простаивают. Можно предположить, что ощутимую часть открытого мира займет некий социум. Программистам потребуется работать с системой городской толпы и племенной экологией периодически враждебного ИИ, что бы это ни значило. В целом, проект называется сюжетным AAA-шутером от первого лица, так что кардинальной переделки концепции ожидать не стоит. Гонки там вряд ли появятся. Что бы мы делали без Nintendo с ее юристами? Видимо, жили бы с новостями, которые могут напечатать серьезные газеты. А так всегда можно посудачить о том, чего серьезные газеты в жизни не напечатают. Важное предупреждение. Если вы прямо сейчас завтракаете сосиской, то отложите ее пока, наверное, в сторону. Кто бы мог подумать, что причиной порно-скандала станет не принцесса Пич, не зафорсившаяся внезапно Боузетта, а обыкновенный Боузер, вернее, его пенис. Модель такового создал Echo Arcade для интеграции в короткометражке на Source Filmmaker. Но тут явились представители Nintendo и заявили, что шипастый пенис принадлежит им и только им. Удалить как гражданин запретный орган с Патреона. Автор подчинился, но затаил обиду, и после выложил файл в открытом доступе на другой платформе. Так что гуляет пенис по интернету один-одинешенек. Само-то туловище Боузера к нему не прилагается. Но, видимо, одно только указание на владельца агрегата призывает в команду решительных законников, пресекающих любое незаконное использование интеллектуальных прав на персонажей и части их тел. Хоть видимые, хоть предполагаемые. Еще одна жертва бесконечной войны. Уже совсем скоро переиздание трилогии Mass Effect доберется до прилавков, и BioWare на наглядных картинках показывает, почему вам стоит потратить на него 3500 рублей. Насколько убедительно, смотрите сами. Свежий ролик опять разделяет экран надвое и предлагает узнать, сколько морщин прибавится у персонажей в ремастере и насколько круче Мака будет ехать сквозь снег. Но кроме этого, разработчики поведали, что обновление графики проходило в три больших этапа. Сперва они посчитали, сколько вообще в игре ассетов есть и какие из текстурок требуют улучшения. В итоге решили, что все. Более 30 тысяч. Затем последовал этап модернизации. Тут помогло то, что некоторые модели уже были прокачаны во второй и третьей частях серии, и их, с небольшой обработкой амнигелем, получилось интегрировать в первую. Но и с таким лайфхаком труда потребовалось немало. Просто накопировать одинаковые модельки на всю трилогию ведь тоже нельзя. Локации меняются, персонажи обрастают шрамами и стареют. Поэтому каждый случай пришлось рассматривать индивидуально. Наконец, завершала процесс перестройка уровней. Локации сравнивали с концепт-артами, порой даже запрашивали новые рисунки у Дерека Уотса, арт-директора трилогии, и облики миров приводили в соответствие с ними. Например, на Феросе теперь куда больше огня, дыма и развалин, что недвусмысленно указывает на присутствие народа гетов. Если картинка радует ваши next-genные сердца, напоминаю, что выйдет переиздание 14 мая, ровно через месяц. Переходим к ремастеру Cyberpunk, коей должен перенести игру на консоли PlayStation хоть какого-нибудь поколения. Недавний патч 1.2 это, по мнению разработчиков, приблизил, но возможным пока не сделал. А планы у авторов весьма амбициозные. Адам Кичинский уверяет, что они смогут довести игру до того состояния, когда ей можно будет не только с чистой совестью гордиться, но и продаваться боевик станет успешной еще долгие и долгие годы. Как The Witcher 3, да, которая скоро еще и на Next Gen заглянет. Исправить косяки нынешний Cyberpunk должны платные и бесплатные DLC и адаптация под новые приставки. А интерес подогреет аниме от студии Trigger, выходящее на сервисе Netflix.
Что ж, посмотрим, что будут говорить о Киберпанке спустя год, когда все эти радостные события окажутся вписаны в хронологию многострадального проекта. Игру совершенно иного рода готовит другая польская студия — Covenant Dev, основанная бывшим продюсером CD Projekt. Градостроительная стратегия «Горд» привлекает загадочными письменами на латинице, складывающимися в нечто типа «масленица». И в этот раз, наконец, вливается в ряды бесспорного славянского фэнтези. За стратегическую часть отвечают строительство поселения, управление жителями с их собственными индивидуальными чертами и противостояние соседним племенам. За фэнтези отдуваются вылезающие из болот монстры и криповые штуки из соседнего леса. И за непонятно куда отнести, чтобы никого не обидеть, поэтому отметим отдельно, работающие молитвы с гарантией, дающие преимущество в бою и позволяющие выключить у богов особенно мощные заклинания. Скорого релиза ждать не стоит, выйти игра должна только в следующем году. А уже сейчас на сайте stopgame.ru можно найти обзор Record of Lotus War Deadlit in Wonder Labyrinth, метроидвании по старому, но довольно известному аниме. И это было все на сегодня. Пока и хорошего вам дня!